Фильм дублирован телекомпанией ТВЦ. Добрый вечер. В эфире «Экоблиц». Для вступления в ВТО Украине осталось принять всего 14 законов. Украине нужен свой уголь, но не ценой человеческих жизней. Российские автопроизводители уверены, что защищены от конкурентов. Доллар на азиатских рынках продолжает расти. Как найти честное агентство недвижимости? Советы эксперта. Это и другая информация в сегодняшнем выпуске. Наша программа выходит при поддержке Украинского банка торгового сотрудничества. Тексты выпусков можно прочесть на сайте УБТС. Энерготопливный баланс Украины нуждается в пересмотре, причем срочном, заявил президент Украины Леонид Кучма и подчеркнул, не годится, что Украина использует импортное топливо. Он отметил, что нужно сократить объемы использования природного газа за счет угля. По его словам, это должно стать доминирующим подходом при создании энергетической стратегии до 2030 года. Глава государства указал на то, что Украина обеспечена своим газом и нефтью лишь на треть, тогда как углем более чем на 80%. Кроме того, Кучма напомнил мнение экспертов, что в 21 веке ведущим энергоносителем в мире будет уголь. Поэтому, по словам президента, закрытие каждой шахты должно быть тщательно обосновано. В частности, отметил он, есть примеры, когда закрывают шахты, в которых угля еще на 50-70 лет. Наряду с этим глава государства заявил, что уголь, добытый ценой человеческих жизней, Украине не нужен. Всемирная торговая организация считает, что Украина уже проделала большую часть работы по вступлению в нее. В то же время ВТО не конкретизирует возможную дату принятия Украины в мировое торговое сообщество. При этом ВТО заявила, что сейчас все зависит от самой Украины. В свою очередь, замминистра экономики Украины Андрей Гончарук сообщил, что Украина должна принять еще 14 законов и завершить двусторонние переговоры со странами-членами ВТО. Таможенная служба США будет взимать антидемпинговые пошлины за поставки из Украины некоторых видов аммиачной селитры, которые импортировались по низким ценам. Между тем, США пока не принимали никаких решений о введении к Украине санкций из-за неудачной борьбы с пиратским производством аудиовизуальных дисков. Посол США в Украине Карлос Паскуаль отметил, что готовящиеся ограничения могут коснуться ряда украинских компаний, которые сейчас имеют льготы на экспорт США, а также товаров на сумму около 20 миллионов из общего 800-миллионного украинского экспорта. Посол предположил также увеличение ввозной пошлины до 3%. А теперь информация для тех, кто намеревается приобрести недвижимость, например, квартиру. Рынок недвижимости в Украине зарождался в условиях отсутствия правовой базы. Пионеры-риэлторы не всегда оказывались профессионалами, зачастую это были вообще случайные люди. Именно этим вызвано недоверие народа к агентствам недвижимости. К сожалению, такое отношение к ним сохранилось и по сей день, в то время как ситуация на рынке недвижимости давно изменилась, и сейчас в этой сфере работают профессионалы. В настоящее время в Харькове существует около 7 крупных фирм, которые работают на рынке достаточно профессионально. О полном профессионализме, конечно, еще очень рано говорить. А также наряду с этим множество мелких, несостоявшихся еще непрофессиональных организаций, которые также именуют себя агентствами недвижимости. В агентстве недвижимости, в профессиональном агентстве, в крупном, в солидном агентстве недвижимости обязательно есть аналитический центр, обязательно есть компьютерный отдел, который обрабатывает всю информацию, обязательно есть отдел сбора информации и, естественно, это те люди, которые работают в этом агентстве. Обязательно крупные агентства недвижимости проводят курсы повышения квалификации, обучающие семинары, обязательно консультации с юристом для сотрудников и какие-то о новых правовых понятиях.
Российские производители автомобилей не рассматривают иностранные автогиганты в качестве серьезных конкурентов на российском рынке, а к прогнозам увеличения их доли в России относятся скептически. Президент компании Ford Motor высказал мнение, что к 2008 году доля новых иностранных машин, продаваемых в России, вырастет до 30% с нынешних 5%. Однако вице-президент по маркетингу АвтоВАЗа заявил, что один только его завод сейчас контролирует 70% всего рынка легковых машин, включая вторичный. Не думаю, что в ближайшие несколько лет рост благосостояния российских потребителей вырастет так сильно, что они смогут покупать дорогие иномарки, сказал он. Компании Ericsson и Sony, похоже, вот-вот подпишут договор о слиянии подразделений по выпуску мобильных телефонов. По оценкам специалистов, будущий альянс сделает прибыльным ныне убыточные мобильные предприятия двух компаний. Ericsson и Sony стали последними из тех, кто осознал, что в мобильной индустрии с ее насыщенными рынками, жесткой конкуренцией и отсутствием новых технологий в одиночку не выжить. Курс доллара на азиатских торгах продолжает расти. Участники рынка ожидают, что данные, которые будут обнародованы во вторник, покажут рост уровня потребительского доверия в США, сообщает агентство Bloomberg. Если эти прогнозы оправдаются, то, как отмечают эксперты, приток инвестиций на финансовые рынки США увеличится, возрастет спрос на доллары. Сейчас я предлагаю вам новости от компании МКС. Компания МКС совместно с фирмой Samsung начинает новую беспроигрышную акцию для школьников и студентов. С 20 августа по 10 октября, покупая компьютер Solaris с монитором Samsung, вы получаете возможность самим выбрать себе скидку. Вот так, с помощью лотереи, каждый, кто купит компьютер вместе с монитором Samsung, получает скидку от 3 до 10%. Прямо на месте, в денежном эквиваленте. И кроме того, в подарок фирменную футболку от компании МКС. Ну вот купили компьютер для ребенка. То есть вы, получается, участвуете в новой акции компании МКС? Мы очень довольны, что попали как раз в это время, когда проходила акция. А вы уже получили скидку? Мы получили скидку сразу же. Какая скидка вам досталась? 3%. А ну вы довольны? Да. Выбери свой компьютер и свою скидку. Успехов в новом учебном году вам желает компания МКС. А теперь о динамике курса доллара в отношении к евро и немецкой марке в последние 7 дней. А также о динамике курса наличного обмена в Харькове. На рынке наличного обмена в Харькове, как сообщают эксперты Украинского банка торгового сотрудничества, после праздников котировки гривни понизились. Немецкая марка и российский рубль на прежних позициях. Утром 28 августа эксперты УБТС предполагают на черном харьковском рынке следующие курсы наличного обмена. Американский доллар на покупке 5,42, 5,42,5, на продаже 5,43,5, 5,44. За немецкую марку 2,48, 2,49 на покупке и 2,52, 2,53 на продаже. 10 российских рублей на покупке гривни 82, гривни 82,5 и на продаже гривни 83,5, гривни 84. Это вся информация сегодняшнего выпуска. Удачного бизнеса! Непосредственное участие в подготовке программы принимала компания МКС. За 11 лет работы компании МКС мы создали для вас сеть магазинов европейского класса. Мы собрали лучшие товары со всего мира, предложив вам самый полный ассортимент в этом городе. В каждом из магазинов компании МКС вас ждет персонал, готовый ответить на любой из ваших вопросов и помочь выбрать самую умную и самую нужную технику. Каждый из этих магазинов – это шаг навстречу вам. Новости от ИН с обзором основных событий сегодняшнего дня, 27 августа. В студии работает Олег Голубничий. Здравствуйте. Вначале о главных темах. Харьковские школы на все 100% готовы к новому учебному году. По этому поводу начальник областного управления образования испытывает небывалый оптимизм.
Завтра Киево-Печерской лавре исполняется 950 лет. В Киев на праздник православных христиан поехали представители Харьковской епархии. Новые подробности в деле Виктории Мамонтовой, 30-летней харьковчанки, приговоренной в Таиланде к смертной казни. В деле харьковчанки Виктории Мамонтовой, приговоренной к смертной казни в Таиланде, появились новые подробности. После ряда публикаций в средствах массовой информации это дело приобрело заметный резонанс. Украинский МИД обещает подробный комментарий на завтрашнем брифинге. Но некоторую информацию журналистам АТН удалось узнать уже сегодня. Виктория Мамонтова оказалась в такой же ситуации, как героиня знаменитого сериала «Бангкок Хилтон» Катрина Стентон. Ей угрожает смертная казнь, но в МИД Украины не смогли даже сказать, присутствовал ли кто-либо из украинских дипломатов на процессе. А вы вот задумаетесь над наступным питанием, а чи повинны мы там были бути? Але це питання таке, що можна з'ясувати, були чи не були. Це не проблема. Как реагируют в подобных ситуациях другие государства, рассказал генеральный консул Польши в Харькове Михаил Журавский. Он подчеркнул, что консул не может быть адвокатом, но он вправе присутствовать на суде и должен помочь заключенному найти защитника и оказать другое содействие. Я конечно, иду с визитом к заключенному на разговор. Я проверяю, он держит в нормальных условиях или нет. Ну и, конечно, если он после суда наказан на какой-то срок, консул обязан временно подсылать ему польскую печать, книжки, даже какие-то посылки с продуктами, если питание не совсем хорошее. Что из этого сделали работники посольства Украины во Вьетнаме, которое представляет интересы страны в Таиланде, узнать не удалось ни в МИД, ни в посольстве. АТН пока не получила ответа на электронные письма, посланные в Ханой. Возможно, в МИДе не принято отвечать на подобную корреспонденцию. Но вот глава Свято-Николаевского прихода Русской Православной Церкви игумен Олег сразу же откликнулся. По его словам, положение Виктории очень серьезно, так как новое правительство Таиланда ужесточило и без того суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками. Есть прецеденты, что казнили и женщин, и иностранцев. Однако надежда на спасение остается, ведь в последние 15 лет в Таиланде не расстреливали ни женщин из других стран, ни европейцев или американцев. Необходимы только дипломатические усилия для смягчения приговора. И к вечеру нам удалось узнать, что украинский МИД позвонил матери Виктории Мамонтовой и просил привезти в Киев справки о состоянии ее здоровья и о том, что Виктория является единственным членом ее семьи. Эти документы украинские дипломаты повезут в Таиланд, чтобы добиться пересмотра вердикта. И еще раз напомню, что подробный рассказ о деле Виктории Мамонтовой в завтрашней программе АТН «Уличные истории. Эфир» в 20 часов 30 минут. Ну а сейчас к другим новостям. Минувшие выходные на Харьковщине с деловым визитом побывала делегация Ташкентской области. Итогом бизнес-встречи стало подписание 3 контрактов на сумму почти 300 тысяч долларов. В основном интересы украинской и узбекской сторон пересеклись в сфере фармации, энергетики и особенно тракторостроения. Так, объединение машино-тракторных парков Ташкентской области подписало контракт с ХТЗ о поставке на испытания гусеничных тракторов. Его сумма превысила 50 тысяч долларов, причем обе стороны назвали это только первым этапом сотрудничества. Сейчас готовятся проекты контрактов на поставку тракторов и запасных частей, суммы которых обещают исчислять уже миллионами долларов. Областные власти подняли сегодня и тему образования. Начальник этого управления Александр Сидоренко сообщил, что 1 сентября в аудитории харьковских вузов придут почти 30 тысяч первокурсников. По официальным данным, это на 1700 человек больше, чем в прошлом году. Получить такую прибавку позволило открытие новых лицензированных специальностей в ряде вузов. Но что касается конкурса, то нынешний мало чем отличался от прошлогоднего. В среднем он составил чуть более 3 человек на место. По-прежнему особой популярностью пользовались экономические, правовые и компьютерные специальности. Здесь на одно место претендовали 17-19 человек. Такой конкурс, соответственно, зафиксирован в ХАИ и в ХАДе. Кстати, автодорожный вуз этим летом получил статус национального. Такого же звания удостоен университет радиоэлектроники. И теперь Харьковская область данной категории уверенно лидирует. Из 24 академий, университетов и институтов вузами национального значения названы 8.
затронул начальник областного управления образования и среднюю школу. В этом году 1 сентября приходится на субботу, то есть на выходной для большинства харьковских школ день. Тем не менее, традицию решено не нарушать и провести День знания именно 1 сентября. А вот непосредственно к занятиям приступить в понедельник. Кстати, 3 числа за парты сядут и первые школьники, которым предстоит опробовать на себе новую 12-годичную систему обучения. А в области таких детей насчитали 37 тысяч. Но реально эта цифра будет меньше. Педагоги предполагают, что некоторые родители воспользуются правом отдать своих чад в школу 7 лет, а не 6 лет, как рекомендует Министерство образования. И продолжение темы в репортаже Натальи Диденко. Сегодня начальник областного управления образования Александр Сидоренко, сославшись на свой 10-летний опыт работы на этом посту, сказал, что никогда еще не испытывал столько оптимизма в связи с началом учебного года. Эти чувства ему внушает почти 100% готовность школ к приему учащихся и отсутствие долгов по заработной плате перед педагогами. Вы знаете, что Харьковская область относится до числа 7 областей, в которых полностью погашена заборгованность по заработной плате в бюджетной сфере. Еще никогда учителі не начинали навчальний рік, маючи практично нульовий баланс заборгованості. Її немає. Я кажу практично, тому що тільки один Жовтневий район міста Харкова боргує вчителям виплату соціальних платежів, передбачених 57 статтею. Кроме того, зарплату учителям з сентября собираются повысить еще на 15%. Таким образом, среднее жалование школьного педагога вырастет с 147 гривен до 235. Единственное, что омрачает настроение начальника облуправления образования, это неполная комплектация учебниками. Ситуация благоденствия и стопроцентного обеспечения подручниками пока еще не наступила. Я думаю, вам воно не потрібно сейчас, яких саме підручників для 6, для 8, для 10 класу не вистачає. Скажу лише, що забезпеченість підручниками в цілому всієї загальноосвітньої середньої школи перевершує 80%. В первую очередь дефицит учебников коснется 5-8 классов. Специалисты связывают это с переходом школ на украинский язык обучения и выходом новых, более усовершенствованных изданий, которые просто не успевают напечатать. Что же касается родителей, то в отличие от Александра Сидоренко, оптимизма они не испытывают. Особенно снаряжая своих чад в первый класс первый раз. Только на покупку самого необходимого новоиспеченному ученику нужно минимум 100 гривен. Завтра у православных христиан большой праздник. Киево-Печерской лавре исполняется 950 лет. В торжественном богослужении, которое начнется в 9 утра, примут участие практически все епископы Украинской православной церкви. Харьковскую епархию будет представлять епископ Ануфрий. Митрополит Харьковский Богодуховский Никодим из-за состояния здоровья в Киев не поехал. Правда, он сможет провести завтра богослужение в Благовещенском соборе в честь праздника Успения Божьей Матери. Ну а тем временем в Киев уже прибыли главы 8 православных церквей, включая греческую, иерусалимскую, польскую, югославскую. Но что касается простых верующих, то, как сказали в епархии, в торжествах смогут принять участие все желающие. И еще о подготовке к юбилею Киево-Печерской лавры. Накануне ее наместник, епископ Вышгородский Павел, выразил возмущение тем, что украинское государство полностью устранилось от подготовки празднования 950-летия. Представитель православной церкви заявил, что никакой ни финансовой, ни организационной помощи от власти не поступило. Хотя при этом существует решение президента и Кабмина о том, чтобы юбилей прошел именно на государственном уровне. При этом епископ Павел добавил, цитируя, что когда приезжал папа и иезуит, то давали и миллионы, и транспорт, и милицию. В эфире новости АТН, далее в программе. Городские власти взялись за ремонт мостов. Из 50 виадуков немедленно реконструкции нуждается 16. Городское управление ОВД открыло специальную линию связи для местных журналистов, которым что-либо угрожает, и по этому телефону уже звонили. Харьковская милиция и врачи скорой помощи подводят итоги минувших праздников. Подробности этих новостей после рекламы. При съемках была уничтожена ничтожная часть ассортимента. Нам не жалко, у нас есть гораздо больше. Оптовый магазин, компания НС, улица Морозова, 11. Атмор нагревает воду мгновенно. Не может быть! Итальянские спальни в наличии за 7 500 гривен. Да. За 7 500 гривен итальянские спальни. Чернышевского, 54, телефон 1941-00.
Иван. Новый магазин бытовой техники. У нас телевизоров, как и Иванов, не сосчитать. Выбирай любой. Иван. Самый народный магазин, где все для народа. И цены, и ассортимент. Иван. На проспекте Гагарина, 20. Клуб бального танца «Алекс» проводит набор детей от 5 лет и старше. Салтовка, 624 микрорайон, улица Корчагинцев, 7А, школа искусств, помещение детского садика. Телефон 11-85-84. Если вы еще не решили, куда пойти, как спланировать досуг и хотите рассчитать свои возможности, позвоните в Prestige Inform. Вы получите самую подробную информацию о различных кафе, ресторанах, бильярдных, саунах и о многом другом. Prestige Inform. Любая информация об отдыхе. Отдыхаем хорошо! У нас не просто самый большой выбор стиральных машин, у нас и самые низкие цены. Электроленд – страна удивительных возможностей. И главное, рядом с вами, на центральном рынке, справа от главного входа. Шины Мишель. Модельный ряд 2001 года. Экзальто. Тримаси. Спорт. В магазине «За рулем», переулок Короленко, 3. Вы устали от базара, где толкотня, шум и гам? Приходите в китайский торговый центр. У нас есть все и по лучшим ценам. Удобное расположение. Станция метро «Проспект Гагарина» возле автовокзала. Ждем вас с 9 до 19 часов. Мы меняемся вместе с модой. Магазин «Символ». Сумская, 116. Людина – та закон. Права, обов'язки, відповідальність. Закони, що приймаються заради суспільства та наші відносини з законами. Коло питань чергової програми «Пряма мова» досить загальне, але водночас актуальне. Влада, закони, суспільство. У середу, 29 серпня, у прямому ефірі 7 каналу «Пряма мова». Наш співрозмовник – народний депутат України, генерал-полковник міліції Олександр Бандурка. Гості студії – відомі харківські журналісти. А взяти участь у прямій мові може кожний телеглядач. Ваші дзвінки, запитання, думки, пропозиції лунатимуть у прямому ефірі. У середу, 29 серпня, о 20:40, на 7 каналі телевізійна прес-конференція з Олександром Бандуркою. Предприятие «Горэлектротранс» сообщает, что в связи с ремонтом Нетечинского моста сегодняшнего дня и до 10 октября прекращается движение трамваев по улицам Университетской и Грековской от площади Розы Люксембург мимо цирка и до улицы Первой конной армии. Таким образом, скорректированы маршруты 2, 7 и 3 трамваев. Вот на ваших экранах указаны изменения в их движении. Введенный дополнительный маршрут – трамвай под номером 3А. Он будет ходить с Залютина до Южного вокзала. Еще раз напомню, что все эти изменения продлятся до 10 октября. Ну а на Нетечинском мосту с сегодняшнего дня начались восстановительные работы. Как говорят в муниципалитете, не стали ждать обвала этой конструкции и выделили на ремонт 400 тысяч гривен. Между тем, в городе насчитывается более 50 мостов, и более 16 из них также требуют немедленной реконструкции. Через 10 лет Нетечинский мост отметит свое столетие. В 41-м году он был взорван, а в 44-м восстановлен в первозданном виде. И вот сейчас он опять нуждается в восстановлении. Время сделало свое дело. Опоры пришли в негодность. Срочного ремонта требует и покрытие моста. Ждать полного разрушения городские власти, по их словам, не стали. И приступили к капитальному ремонту сооружения. И поэтому сегодня техническое состояние его требует срочного принятия мер по усилению несущей способности и выполнению ряда других работ. На сегодняшний день из областного бюджета на реконструкцию Нетечинского моста уже выделено порядка 400 тысяч гривен. Однако в капитальном ремонте нуждается не только эта конструкция. Из более чем 50 городских мостов треть находится в аварийном состоянии. Но, как и в случае с Нетечинским, власти обещают не дожидаться их полного разрушения, для чего планируют разработать специальную программу по реконструкции мостов. Происшествие. Пожар в столярном цеху Харьковского механического завода Министерства обороны. Здесь горела крыша, оборудование и 12 кубометров дубовых досок. Возгорание произошло в сушильной камере, после чего огонь быстро перекинулся и на все остальное. Причины пожара сейчас устанавливаются. А по предварительным данным, ущерб составил около 60 тысяч гривен.
Для харьковских журналистов, которым угрожает какая-либо опасность, городское управление милиции ввело специальную линию связи. Теперь работники масс-медиа имеют возможность заявить о противоправных действиях или угрозах по отношению к своей персоне и получить защиту. Для этого нам надо позвонить по вот этому круглосуточному телефону. Но пока этой возможностью воспользовался только один журналист одной из харьковских газет. И хотя дело не касалось непосредственно профессиональной деятельности, представители милиции выехали к пострадавшему, но он отказался от своих обвинений. Остальные же обращения горячей линии дежурные посчитали консультативными и переадресовали в Центр общественных связей. Но в самом центре мы сегодня получили информацию о прошедших праздниках. Было заявлено, что и День города, и десятилетие независимости Украины в Харькове прошли без особых эксцессов. Представители правоохранительных органов связывают это с теми мерами, которые они предприняли накануне. В частности, усиленным вариантом дежурств. То есть праздничные дни на улицах и в райотделах было больше милиционеров, чем в обычные дни. А вот у медиков скорой помощи работы, по их словам, 23 и 24 августа прибавилось, и особенно в местах массовых гуляний. За это время к ним за помощью обратилось более 120 человек, правда, серьезных травм зафиксировано не было. Врачи говорят, что в основном это были ушибы и порезы, резанные раны от того, что было много битого бутылочного стекла. Один 16-летний юноша умудрился даже поранить осколком шеи. Порез оказался неопасным, и все обошлось благополучно. Кстати, медики сказали и о несогласованности своих действий с действиями милиции. Бригадам скорой помощи представители закона указывали, где им следует стоять, а где нет. И это при том, что места для стоянки скорой всегда одни и те же. Ну а в целом, четвертую неотложку за два праздничных дня обратилось почти 1700 человек. Это больше обычного. Так, только 23 августа с травмами доставлено в 2,5 раза больше людей, чем в обычные будние дни. Свои цифры обнародовали и врачи харьковских роддомов. В день, когда Украина отметила десятилетие своей независимости, в городе родилось 29 детей, 14 мальчиков и 15 девочек. Любопытно, что 10 лет назад, 24 августа, в Харькове на свет появилось 26 малышей. Впрочем, нынешних новорожденных, по нашей информации, власти своим вниманием обошли и никаких подарков не выделяли. Кстати, в Харькове многие пришли к выводу к тому, что в устройстве праздников лучше всего опираться на свои собственные силы. Во всяком случае, так поступает организация ветеранов Афганистана Московского района. Заручившись поддержкой исполкома райотдела милиции и общественной организации «Харьков – наш дом», афганцы отметили и День города, и юбилей независимости. В Парк Победы пришло много людей. Больше всего было, конечно же, детей. Внимание детворы привлекли две боевые машины – танк и БТР. Дети могли не только на них посмотреть, но и побывать внутри. Однако организаторы праздника утверждают, что пригнали эту технику не только для развлечения. Мы показываем нашу мощь. И армия с нами, и правоохранительные органы с нами, и, значит, исполнительный комитет с нами, и ветераны афганской войны, и ветераны Великой Отечественной. Все вместе в одном районе живем, трудимся. Пока дети исследовали технику, организаторы поздравляли ветеранов. После окончания торжественной части начались детские спортивные соревнования. Кстати, подобные акции в Московском районе уже стали традицией. И в завершение о главных темах завтрашнего дня. Ожидается приезд в Харьков Юлии Тимошенко. Визит выглядит несколько странным на фоне того, что нынешней весной она была освобождена из-под ареста под подписку о невыезде. Приедет в Харьков и вице-премьер по аграрным вопросам Леонид Казаченко. Он посетит ряд сельхозпредприятий и тракторный завод. А в муниципалитете завтра главный архитектор города расскажет о будущем харьковского градостроительства. На этом у меня все. В студии работал Олег Голубничий. Всего доброго и до встречи. Главные новости дня и ведущие, которые ни разу не изменили своей профессии. Здравствуйте, в эфире программа «Сегодня». В студии Светлана Сарова. Проверенная информация. Телекомпания «Приват ТВ» представляет вечернюю сказку для детей в гостях у Дремы. Но кто же не любит вечером перед сном посидеть в теплой компании с добрым другом? Выпить чашечку горячего, душистого чаю. Услышать интересную историю. Съесть чего-нибудь вкусненькое. Поэтому я очень люблю.